А этим утром немного буду это будет сегодня по-другому. I'm just so grateful that the Lord has given the opportunity for me to come. Я просто очень сильно благодарен Богу за то, что Он дал мне возможность приехать. And also for your openness to receive. А также за вашу открытость, чтобы принимать. Just before I came, it was quite serious whether it could be possible or not. До того, как я приехал, ситуация была очень серьезная. Не знаю, было это возможно или нет. Leave, и я понимаю, что после того, как я уеду отсюда, опять ситуация будет более серьезной. But, но Бог открыл дверь. Я молился очень долгое время, чтобы иметь возможность еще раз к вам приехать. Hopefully, it won't be the last time. И я надеюсь, что это не будет последний раз. Let's keep praying. Поэтому давайте продолжать молиться. What I want to share with you today is something I think we need to begin to understand maybe again. И то, чем я хочу сегодня с вами утром поделиться, это то, что я думаю, что нам нужно опять заново осознать и понять. It also has something to do with what I feel we should be. How we should proceed further into the future. И также это касается того, как нам нужно двигаться далее в будущее. It may look now that we don't have many possibilities. И может выглядеть так, что у нас особо нету много возможностей. But I believe that God can open doors. Но я верю, что Бог может открывать двери. And give us possibilities. И давать нам эти возможности. But let's begin by reading in Lamentations chapter 3 verses 22 and 23. Ну давайте начнём со стиха в Плач Иеремии, 3 глава с 22 по 23 стих. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. We rest on God's mercy and on his grace. Мы полагаемся на Божью милость и благодать. His mercies for us are that we are not destroyed. И милость его к нам в том, что мы не разрушились, мы не исчезли. Maybe that's an important reminder for us right now in the middle of this pandemic or whatever you want to call it. И возможно, это хорошее напоминание для нас в это время пандемии или как бы мы это ни называли. That God is able to keep us. Что Бог у нас поддерживает. It doesn't mean that we need that we will be destroyed. И это не означает, что мы бы исчезли. And then he said, he goes on here to say, then they are new every morning. И как здесь сказано, что обновляется или каждое утро это новое. Now for some time, Lisa and I have been sort of aware of this idea of every day. Is a new day. И мы с Лисой некоторое время осознавали эту идею по-новому, что каждый новый день, каждое утро это новое. So often we get into this, how do you call it, this circle of every day. We wake up, we go to work, we do this, we do that. We go to sleep, we wake up, we go to dinner. Потому что зачастую мы попадаем в такой цикл, что у нас каждый день он повторяется друг за другом. У нас есть утро, мы просыпаемся, день проходит, заканчивается, потом мы опять просыпаемся по циклу. Okay, we get into a sort of habit or a tradition or whatever you want to call it. И у нас возникает такая привычка или традиция, как бы мы это ни называли. But Scripture talks about this idea of a new day that we get from God. Но Писание говорит об этом понимании, о новом дне, новый день, который мы получаем от Бога. Но я лично понимаю так, что каждый новый день, который я получаю от Бога, это дар от Него. Если мы начнем так думать и размышлять, что каждый день это новый день,
And every day gives us new opportunities. И каждый новый день дает нам новые возможности. Then it should encourage us. Тогда это должно ободрить нас. God's possibilities are endless. Божьи возможности, они неограничены. And so often I feel we don't appreciate this. И я чувствую, что очень часто мы это не ценим. As I said, when we wake up, we usually think of what we've got to do next, our first cup of coffee, probably. И как я уже сказал, что зачастую, когда мы просыпаемся, мы думаем, что первое нужно сделать, например, выпить чашечку кофе. But if we begin to think of God has given me new day, God has given me new possibilities. Но если мы начнем думать, что Бог нам дает новый день и новые возможности, what can I do? What can I do with these things? И что же я могу сделать вот с этим? What can I do with this day? Что я могу сделать с этим днем? And that's every day. И так каждый день. It is. If we understand this, it is His mercy that we are alive and that we have health and that we have strength. Если мы поймем, что это Его милость в том, что мы имеем здоровье, что мы живы и что мы имеем силы. I think about this every morning. Я думаю об этом каждое утро. And I thank God for His mercy. И я благодарен Богу за Его милость, that I still have possibilities, что у меня до сих пор есть возможности, even at my age. Даже в моем возрасте. Okay? God is able. God says also in His word, even in your old age, you can be fresh and green. И как Бог сказал в своем слове, даже в своих старых в своем возрасте вы можете быть молодые, как зелеными. So we should not accept some of the restrictions that we sometimes do about our abilities. И мы не должны принимать вот эти некоторые ограничения, которые касаются наших способностей. Yes, of course, there are difficulties and frustrations. Да, естественно, есть сложности и разочарования. But I believe we have far more that we could praise God for. Но я верю, что у нас есть намного больше, за что мы можем прославлять Бога. In Psalm 145, the psalmist writes. В Псалме 144 псалмист пишет. Every day I will bless you. Всякий день буду благословлять тебя. And I will praise your name forever. И восхвалять имя твое во веки и веки. Great is Adonai. Велик Господь. And greatly to be praised. И достохвален. His greatness is unsearchable. И величие его неисследимо. If we hear that, если мы услышим это нас удивит. I'm a little bit surprised that I don't hear an amen. Я вообще удивлен, что я не слышу аминь от вас. Okay. Let's be excited about our faith in God. Давайте будем радоваться о той вере, которая у нас есть в Бога. Let's be excited about the possibilities He can give to us. Давайте будем радоваться о тех возможностях, которые Он нам дал. Let us bless Him for the goodness that He showed us and the provision that He has given us. Давайте благословлять Его за то обеспечение, ту благость, которую Он нам дал. As the children of Israel walked in the desert, и когда народ Израиля шел по пустыне, God provided for them the miracle of manna. И Бог обеспечивал их чудом манны. It was always there. Она всегда была там. Every morning, каждое утро, except Shabbat, кроме Шаббата, but on Erev Shabbat, но на Эрев Шаббат, got a double portion. Бог давал двойную порцию. So every day, God provided what they needed. Поэтому каждый день Бог обеспечивал то, в чем у них была нужда, необходимость. But after a time, they forgot that this was a daily miracle. Но через некоторое время они забыли, что это было ежедневное чудо. It hadn't happened before and it didn't happen afterwards. И до этого не происходило это чудо, и после не происходило. So it was a miracle that God performed for them. И поэтому это было чудо, которое Бог осуществил для них. But after a time, но через некоторое they время began to complain. Они начали проявлять недовольство. Every day. Каждый день. The same thing. То же самое. Manna bread. Manna хлеб. Manna burgers. Manna бургеры. Manna wurst. Manna борщ. Manna колбаса. Every day. Каждый день. Always this manna. Каждый день всегда это манна. But it was a miracle. Но это было чудо.
Sometimes I believe we forget the miracles that God has done for us. Иногда я думаю, что мы забываем о тех чудесах, которые Бог сделал для нас. The fact that you are alive today. Тот факт, что вы живы сегодня. The fact that you can be here. Тот факт, что вы можете быть здесь. In one sense, it's a miracle. В одном смысле это чудо. The fact that I'm here. Факт того, что я здесь. Is in one sense a miracle. Это в одном смысле тоже чудо. And it's God's wonderful grace and His mercy. Это Божья чудесная благодать и милость. So let us not forget. Поэтому давайте не будем забывать. That God gives us every day. Что то, что Бог дает нам каждый день. And that we have an opportunity to do something for Him. И что у нас есть возможность сделать что-то для Него. We have a choice to make. У нас сегодня есть выбор. Are we going to moan and complain? Будем ли мы недовольными? Or are we going to rejoice? Или мы будем радоваться? And praise His name. И прославлять Его имя. Manna is symbolic of bread. И манна это символ хлеба. And Yeshua said, "I am the bread of life." Иешуа сказал, что я хлеб жизни. And that He was the true bread that came down from heaven. И что он истинный хлеб, сошедший с небес. In John 6:33. Это написано в Иоанна 6:33. He is always there for us. И он всегда там для нас. Every morning. Каждое утро. Fresh. Новый. Waiting to meet with us. Ожидая встречи с нами. Let us not take this for granted. Давайте не будем относиться к этому как заслуженному. Let us not forget. Давайте не забывать об этом. He is there. Он тут, Он рядом. And He can refresh us. И Он может обновить нас. He can give us new strength. Он может дать нам новую силу. He can help us with our difficulties and our problems. Он может помочь нам в наших проблемах и ситуациях. He can give us wisdom and understanding. Он может дать нам мудрость и понимание. James said, if you lack wisdom, Яков говорит, если вы нуждаетесь в мудрости, просите Бога, and He will give it to you, и Он даст ее вам. Without any objection. И без никаких ограничений, He will just, без избытка. God is God who gives. Бог тот, который дает. Do you meet Him every morning? Встречаетесь ли вы с Ним каждое утро? Lisa and I have the habit of meeting together with the Lord every morning. У меня с Лисой есть такая привычка. Мы встречаемся с Господом каждое утро. We spend about an hour in prayer and reading scriptures. Мы проводим где-то час в молитве и чтении Писания. Discussing what God has given to us. Обсуждая то, что Бог нам проговорил. It's a good time. И это хорошее время. Okay. Let us remember what Yeshua Himself said. Давайте помнить о том, что Иешуа лично сказал. It is written. Это написано. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. He is the true bread. Он истинный хлеб. He is the one who can give us what we need. Он тот единственный, кто может нам дать то, в чем у нас есть нужда. He is the one who can be a light on our path. Он может быть тем светом на нашем пути. So let us continue to thank Him. Давайте продолжать благодарить Его. To praise Him. Чтобы прославлять Его. Look to Him for all things in this time. И смотреть, и искать Его во всем, что мы находимся в этом времени. Don't let yourself get pressed down by what is happening. Не позволяйте себе обремениться всем тем, что происходит вокруг. But raise up your voice. Но поднимайте свой голос. And praise His name. И прославляйте Его имя. Let Him hear you. Пускай Он услышит вас. We are not alone. Мы не одни. For He is always with us. Потому что Он всегда с нами. His promise is still true. Его обетования, они истинны. I will be with you even unto the end of days. Я буду с вами до скончания века. We're not there yet. Мы еще не там. I think there are many things that still need to happen. Я считаю, что еще многое, что должно произойти. But He said, I will be with you. Но Он сказал, я буду с вами. Even until that time. Даже до того времени. So this is a new day. Поэтому это новый день. With new possibilities. С новыми возможностями. And you can moan or complain. Вы можете быть недовольными.
or you can praise him. Или вы можете его прославлять. And you can do things for him. И вы можете делать для него что-то. So in this new time, поэтому в это новое время, not just today, but in every day that is coming, in the coming year. Не только сегодня, но каждый новый день в грядущем году. What do I see, or what has God spoken to me about what we should be doing? Что я вижу или то, что Бог мне проговорил о том, что нам нужно делать? In Isaiah chapter 60. В Исаии 60 главе. Verses 1 to 3. С 1 по 3 стих. Go. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Аминь! Аминь! Аллилуйя! We can stand up and we can shine for God. Мы можем встать и начать светить для Господа. His glory is coming upon us. Его слава сошла над нами. Although darkness is covering the earth. Хотя тьма покрывает землю. And darkness the people. И тьма она в людях. Fear. Страх. Worry. Беспокойство. All of those things. Все это. On you, Adonai will rise. А в вас Господь проявится. Over you will be seen His glory. Над вами будет видна Его слава. We must recognize the significance of the days in which we are living. Мы должны понимать значение тех дней, в которых мы живем. And we need to respond to this call of God. И мы должны ответить на это призвание Божье. To stand up. Чтобы встать. Not to get stuck in some kind of depression or darkness. Не находиться в таком состоянии какой-то тьмы. Because He is living in you. Потому что Он живет в вас. He is living in me. Он живет во мне. And therefore, и поэтому I can shine. Я могу светить. And therefore, I can arise. Поэтому я могу восстать. We must rise up to the challenge. Мы должны подняться к этому вызову. And do what God wants us to do in this time. И делать то, что Бог ожидает от нас в этом времени. If we arise and shine in this world as God intended us to. Если мы восстанем и начнем светить так, как Бог от нас это ожидает. Then I believe that we will see the glory of the Lord revealed. И я верю, что мы увидим, как Божья слава она откроется. Just as it was when Solomon dedicated the temple. Так как это было, когда Соломон посвящал храм. It said the glory of the Lord filled the house. Сказано, что слава Божья она наполнила храм. And the ministers couldn't minister because of the heaviness of the glory of God. И священники не могли служить из-за тяжести славы Божьей. Is that what you want? Хотите ли вы этого? Do you want to see God's glory fill this house? Хотите ли вы видеть, как Божья слава наполняет этот дом? I don't hear you. Я не слышу вас. Do you want to see God's glory fill this house? Хотите ли вы видеть, как слава Божья наполняет этот дом? Do you want to see God's glory fill your house? Хотите видеть, как слава Божья наполняет ваш дом? Do you want to see God's glory fill you? Хотите ли вы видеть, как Божья слава наполняет вас лично? It says here, тут His сказано, glory will be seen over us. Тут сказано, что Его слава будет видима на нас. But it requires that we are full of His light. Но это, для этого необходимо, чтобы мы шли за Его светом. Darkness will and is already covering the earth. А тьма уже и будет покрывать землю. This is why the people on earth who don't know him are in confusion. Вот почему люди, которые есть на земле и не знают его, они находятся в заблуждении. They can't understand what's happening. Они не могут понять то, что происходит. And they hide themselves. И они скрываются. But we should not be like that. Но мы не должны быть похожи на них. We are the children of the light. Мы дети света. Darkness will not cover us. И тьма не покроет нас.
We have the light of the word of God. У нас есть свет Божьего слова. Where is light most needed? Где есть наибольшая необходимость во свете? Anybody? Кто-то может сказать? In darkness. In darkness. Во тьме. So if darkness is coming, and darkness is already here. Если тьма идет, и она вообще-то уже здесь, then we should be that light. Поэтому нам нужно быть этим светом. It's up to us. Это зависит от нас. Okay? Each one of us. От каждого из нас. Individually. Лично. But corporately. Но также и в общем, to как bring община. The light of God into this dark world. Чтобы принести этот свет Божий в эту тьму. And now we have a wonderful opportunity. И теперь у нас есть просто прекрасная возможность. We live in a time when you have technology. Мы живем во время, когда у нас есть технологии. And people can listen even in their homes. И люди могут слушать даже тогда, когда они находятся у себя дома. But let us not forget. Но давайте не будем забывать. That God still wants us to come together. Что Бог хочет, ожидает, что мы будем собираться вместе. Okay. Scripture says, "Do not miss the meeting." И Писание говорит, не оставляйте своего собрания. You're coming together. Вашего собрания как We вместе. Need this still. Нам это необходимо. I'm so pleased to see so many here. Я просто очень доволен видеть так много людей здесь. I don't know how many are exactly downstairs, but it was a few when I came past. Я не знаю, сколько там внизу, но я видел нескольких человек, когда я проходил мимо. But we need that fellowship. Но нам необходимы эти отношения. In Psalm 119:105, a well-known verse, Your word is a lamp for my feet and a light on my path. И в Псалме 118:105 стих, всем известный стих: Слово твое светильник ноге моей и свет стези моей. Let us deepen ourselves in the word of the Lord in this time. Давайте углублять себя в Слово Божье в этом времени. God's word can be that light. И Божье слово может быть этим светом. The light we need for everything that we do in our day-to-day life. Этот свет, который нам необходим во всех делах, которыми мы занимаемся в ежедневной жизни. As we read it, И когда мы его читаем, we will gain understanding. Мы получим понимание. The Proverbs says, the man who reads your word will gain understanding. Притчи говорят, что человек, который читает слово, он получает понимание. И когда человек исполняет Тору, он также получает понимание. It will show us how we need to move forward. Она покажет нам, как двигаться вперед. Both individually, but also as the body of Messiah. Лично для каждого, а также как для тела Мессии. If we want to understand anything, если мы хотим понять хоть что-то, it should be the word of God. Мы должны обращаться к Слову Божьему. Because it can give us the insight that we need together with the Holy Spirit. Потому что оно может дать нам откровение вместе с Духом Святым. In 2 Peter, и в 2 Петра, chapter 1, первая глава, verse 19, стих 19. Read. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Amen. Аминь. We have the prophetic word. У него есть пророческое слово. Whether it is in a book form or on your computer or on your mobile phone или в книжном виде или на компьютере или в мобильном телефоне you can carry it with you everywhere you go вы можете носить слово Божье куда вы можете уходите this thing can be a blessing or a curse это может быть благословением и проклятием okay it can absorb so much of your time оно может поглощать очень много вашего времени The average young person today spends at least 4 hours on their phone. Среднестатистический человек проводит 4 часа в день со своим телефоном. I don't know what they're doing. Я не знаю, что они делают. But I'm pretty sure it's not reading scripture. Но я просто очень сильно уверен, что они не читают Писание. They would do well to do that. Они делали бы хорошо, если бы они читали Писание. We have so many possibilities. У нас есть так много возможностей. But let us use them. In the right way. Но давайте использовать их правильно. It says here in 2 Peter, you will do well to pay attention to it.
И сказано здесь в 2 Петра, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему. As a light shining in a dark place. К светильнику, сияющему в темном месте. The prophetic word of God. Пророческое слово Божье. Over one quarter of the Bible is prophetic in content. Более четверти Писания, оно содержит пророческий контент. If we know, want to know something about this time, I believe we can find it in God's Word. Если я верю, если мы хотим что-то знать об этом времени, мы можем найти это в Слове. Если мы хотим знать что-то о будущем, I believe God can reveal it to us through His Word. Я верю, что Бог может открыть это нам через Свое Слово. Бог, Он Бог откровения. He wants to reveal things to you. Он хочет открываться нам. But he cannot do that if you are not in his word. Но он не сможет это сделать, если мы не находимся в его слове. God is trying to say things to us. Бог пытается проговорить к нам. And I find it so sad that many of us are not listening. И меня печалит то, что многие из нас просто не слушают. How do we interpret the prophetic? Как мы истолковываем пророческие слова? Если мы посмотрим прошлое, которое состоит из пророчества, они исполнились буквально. It came just as the word said. Оно происходило так, как было сказано в Слове. So I believe we should expect the same today. Я верю, что нам нужно ожидать то же самое сегодня. What God says will be fulfilled. То, что Бог сказал, оно исполнится. Что Его свет может светить. И что мы можем быть сильными. Что мы можем быть защищены. Я приехал с того места, где у нас ноль заболеваний на коронавирус. Во всем моем селе ноль. Why? Почему? In 2002 году God said to me, we were living then still in Belgium, we just started a new church. И мы в то время жили в Бельгии, и мы только начали новую церковь. God said to me, I want you to move. И Бог проговорил мне, он сказал, что я хочу, чтобы ты переехал. Okay, where? А я сказал, куда? Here. Он говорит, сюда. I happen to be in Finland. I happen to be next where our house now stands. В то место, где я сейчас, в Финляндии, где сейчас наш дом стоит. И он сказал, я хочу, чтобы ты переехал сюда и построил дом. И он мне сказал, что он сделает это место местом убежища. Ты уверен? Okay, I listened to God, but я послушался Бога. Услышал Бога. We just started a new church. People needed us. We were very busy. Я услышал Бога, и я говорю: "Смотри, мы только начали новую церковь. У нас есть люди. Нам нужно, мы очень заняты ими. And you want me to move? И ты хочешь, чтобы я переехал?" Yes. Да. The pressure got greater. My dear wife didn't want to move. И моя любимая жена, она не хотела переезжать. Said, what are we going to do there? И она сказала, что же мы там будем делать? There are churches, there are many Christians, there's radios, there's television. Там есть много церквей, верующих, радио, телевидение. What can we do? Что же мы там будем делать? And here we have all these people. А здесь вот у нас новые люди, who need help, которым нужна помощь, забота. I said, я сказал, he said it. Он это сказал. And it took me 2 years to convince her. Мне потребовалось 2 года, чтобы переубедить ее, that it was God. Что это был Бог. And even when we moved, и даже тогда, когда мы переехали, she said, I'm still in protest. Она говорит, я еще до сих пор против. Because God had not spoken to her. Потому что Бог к ней лично не проговорил. Normally, when God speaks to us, He does it to both of us. Обычно, когда Бог проговаривает к нам, Он говорит каждому нам лично. But this time He didn't. Но в этот раз Он так не сделал. And when somebody asked her, и когда кто-то ее спросил, she says, "Okay, for one time in my life, I'm going to follow my husband." И она сказала: "Хорошо, первый раз в жизни я пойду за своим мужем." Okay.
so we moved. И хорошо, вот мы переехали. And like I said, God has said it will be a place of refuge, protection. И как Бог мне сказал, что это будет местом защиты и убежища. And I thought, yeah, okay, for the house where we live and around us. И я вот думал, хорошо, это касается вот дома, в котором мы живем, и местности вокруг. But one day God said to me, He says, you're thinking too small. И однажды Бог мне проговорил, ты думаешь слишком ограниченно. Again. Опять. You're thinking too small. Ты думаешь слишком ограниченно. I meant the whole village. Я имел в виду все село будет убежищем. Okay. Okay. So, хорошо. What do we have as a result? И что у нас сейчас в результате? Zero corona. Ноль заболеваний на коронавирус. He is your protector. Он ваш защитник. He is the one you should trust in. Он тот, кому вы должны доверять. Not the experts. Не экспертам. He Ему. Is the one who can protect. Тот, кому вы можете доверять. So what is still to come? И что же произойдет? What should we expect? Что нам нужно ожидать? We tend to make things very complicated and seek many explanations. Мы склонны к тому, чтобы все усложнять и искать множество объяснений. Why can't we just take God at His word? Почему мы просто не можем взять Божье слово и применить? Arise, встать, shine, и начать светить. For His light is upon you. Потому что Его свет над вами. We are living in a time when it is important to discern. The signs of the times. И мы живем в то время, когда важно иметь различение знамений этого времени. In Matthew, Yeshua talks to the Pharisees and the Sadducees. И в Матфея Иешуа обращался к саддукеям и фарисеям. And he says to them, "Look, when it's evening, you say it will be good weather because the sky is red." И он сказал, смотри, когда настает вечер, вы говорите, будет хорошая погода, потому что небо красное. А утром говорите, сегодня будет буря, потому что небо красное и хмурое. Вы знаете, как распознавать погоду и как выглядит небо, а знамения времен распознавать не умеете. Будем ли мы повторять, делать так же? И не будем ли мы читать то, что написано? Я верю, что наша молитва должна направляться к тому, чтобы понять, Отец, скажи мне, что это происходит? И Иешуа был недоволен фарисеями и саддукеями. Потому что они не могли осознать и понять пророческое слово, которое исполнялось в их время. Иешуа сказал трём ученикам на пути к Эммаусу. Иешуа сказал трём ученикам по пути в Эммаус. They were complaining and moaning, Yeshua is dead, what's going to happen now, we don't know. Они просто выражали свое недовольство о том, что происходит после смерти Иешуа и что будет дальше. Они были недовольны. И появился Иешуа. Почему вы настолько глупы? Все, что вам нужно знать о мне и о том, что произойдет, написано в Писании. And then he began to show them. И потом он начал им это показывать. From the Torah, from the writings, from the prophets. Начал им это показывать. Из Торы, Писаний и пророков. What they said about him. Что было сказано о нем. Let us look in Scripture. Давайте смотреть в Писание. To find what Yeshua wants to reveal to us. И найти, чтобы найти то, что Иешуа хочет открыть нам. We need to be reminded. Нам необходимо напоминать, что, как Павел написал, ту истину, которую Павел написал, что Господь придет как день Господень придет как вор ночи к неверующим, к нам.
He will reveal the times. И он откроет это время. To us believers, he says, you are not in the darkness. И для нас, для верующих, он говорит: вы не во тьме. 1 Thessalonians 5, verses 4 to 6. 1 Фессалоникийцам 5 глава с 4 по 5 стих. Вы же, братья, не во тьме, чтобы день этот застал вас врасплох, словно вор, поскольку все вы принадлежите свету, принадлежите дню. Мы не принадлежим ночи или тьме. Он просто ободряет очень сильно, чтобы мы смотрели на пророческие знамения. И Писание также нам говорит, что он ничего не сделает, прежде не открыв это своим пророкам. До сих пор есть люди в этом времени. И мы такие люди. Мы должны прислушиваться к ним, то, что они говорят об этом времени, сравнивая с Писанием. Это означает, что мы должны наблюдать эти знамения. И мы должны созидать нашу жизнь и расставлять приоритеты согласно этому. One thing that the Lord spoke to me about. Одну вещь, про которую, которую Господь проговорил мне. Is he wants to see a restoration of the first commandment. Что он хочет увидеть восстановление первой заповеди. Matthew 23, verse 37. Матфея 22, 37 стих. You are to love Adonai your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. И он сказал ему в ответ: «Люби Адоная всем сердцем и всей душою и всеми силами». Deuteronomy 6, verse 5 is where it comes from. И откуда эта заповедь взята? Это Второзаконие 6 глава 5 стих. To love the Lord. И люби Господа. Бога. Это сказано первое. To love the Lord. Люби Господа. How? Как? With a sincere love. Искренней любовью. Not just in words, не только на словах, but inwardly in truth. Но внутренне, истинно. 1 Иоанна 3, 18. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною». With a strong love. Такой сильной любовью. He that is our all must have all, and none but he. И он это все, и он должен и получить всех, и, не, и быть в нем собой, самим собою. Okay, the first one, sincere love. И первое — это искренняя любовь. Strong love. Сильная любовь — это второе. Deuteronomy 10, verse 12. Второзаконие 10 глава 12 стих. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей». To have an awe and respect for God, to honor Him. И чтобы иметь уважение и почтение к Богу, with a superlative love. Имея такую сверхъестественную любовь. We must love God above anything else. Мы должны любить Бога превыше всего остального. And love everything else. И любить все остальное. With the love that He gives to us. Той любовью, которую Он дает нам. Because He is love. Потому что Он есть любовь. Let's repeat that. Давайте повторять это. We must love God with above anything else. Давайте повторим это. Мы должны любить Бога превыше всего остального. And love everything else with the love that He gives to us. И любить все остальное той любовью, которую Он нам дает. Because He is love. Потому что Бог есть любовь. 1 John 4:19. 1 Иоанна 4:19. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Because He loves us, we can love others. Потому что Он возлюбил нас, и мы можем любить других. Even those who we sometimes feel are unlovable. Даже тех, которые мы считаем, что они как бы не заслужили любви. The fourth one. Четвертое. With an intelligent love. Такой благоразумной любовью. All our heart. От всего нашего all сердца. Our understanding. Всем нашим пониманием. We must see why.
we love God. Мы должны понимать, почему мы любим Бога. Because He has given everything for us. Потому что Он дал все необходимое для нас. Number five. Номер пять. With an entire love. Такой вечной любовью. He is one. Такой единой любовью. Он един. Our hearts must be one in love for Him. Наши сердца должны быть едины в любви к Нему. In our love for Him, we must have an undivided heart. В нашей любви к Нему у нас должно быть неразделенное сердце. Not one would one foot here and one foot here. Не так, чтобы одна нога здесь, а вторая здесь. But a love for Him as one. Но любить Его единой любовью, that brings us to unity. Которая дает единство. John 17, verse 20 and 21. Иоанна 17, глава с 20 по 21 стих. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня, по слову их, да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». This is a prayer of Yeshua. Это молитва Иешуа. That we would be one. Чтобы мы были едины. But what do we have? Но что же у нас получается? Many dominations. Много разных деноминаций, многих разных пониманий. Мы должны работать, трудиться над единством, которое можно найти в Нем, чтобы любить друг друга. Это молитва Иешуа, чтобы все они были едины. На небесах не будет разделений. Мы все там будем вместе. Поэтому хорошо было бы, если бы мы научились жить вместе здесь. Я прихожу в разные церкви, деноминации. И я вижу, нахожу тех людей, которые любят Бога. Я могу быть в единстве с ними. Хотя, может быть, я не согласен со всем тем, что они делают. Моя молитва также такая, что эта любовь к Богу стала реальностью в наших сердцах. Кто руляет? In your life. Кто управляет вашей жизнью? Are we allowing God to be in charge? Даем ли мы Богу место? Do we talk? Who do we talk to when we have to make decisions? Кому мы обращаемся, когда нам нужно принимать решения? In this time we will have to make many decisions. А в это время необходимо будет принять вам много решений. Who do we seek counsel from? У кого мы ищем совета? Proverbs 19, verse 21 says. Притча 19:21 говорит. Many are the plans of a man's heart. Много замыслов в сердце человека. But the counsel of Adonai will stand. Но состоится только определенное Господом. Let us take time to be with God. Давайте просто уделять время, чтобы пребывать с Богом. У нас новый день. We have a new time. У нас новое время. We have new opportunities. У нас новые возможности. Let us use that. Давайте использовать это, чтобы прославлять Бога. Аминь. Аминь.